Здравствуйте, десятиклассники! Мы рады приветствовать вас на своем уроке. Тема нашего урока – составление композиционных элементов гимнастики. Сегодня на уроке мы поговорим о гимнастике, для чего она нам нужна, а также разучим новую акробатическую связку. Цели урока – осознавать трудности и риски при выполнении двигательных действий, знать последовательность составления композиционных элементов, уметь воспроизвести гимнастическую композицию без ошибок. Понятие гимнастики объединяет в себе многообразие физических упражнений, способствующих развитию либо совершенствованию уже имеющихся двигательных навыков у занимающихся. Отличительная черта гимнастики от других видов спорта – ее разностороннее и гармоничное воздействие на организм и тело человека. Но прежде чем перейти к основной части, мы предлагаем вам выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, а также не забываем про соблюдение техники безопасности. Исходное положение: ноги врозь, руки на пояс, наклоны головы, на раз вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Упражнение: начинай, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, и раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги врозь. Слева рука вверху, прямая внизу. На раз, два, три, четыре, рывки руками, меняем положение рук. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Руки прямые. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Исходное положение. Основная стойка. Согнутые в локтевых суставах. Руки перед грудью. Раз, два. Рывок согнутыми руками. Три, четыре. Отведение прямых рук в левую сторону. Пять, шесть. Исходное положение. Семь, восемь. Правую сторону. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, наклон туловища, вперед-назад, руки прямые над головой в замке, на раз-два вперед, три-четыре назад. Упражнение. Начинай. Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, наклон глубже, три-четыре, раз-два-три-четыре и раз-два-три. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Выход вперед. Руки на колени. Слева ноги. На раз, два, три. Выход. На четыре. Разворот назад. И повторяем упражнение. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки вперед, стороны, разноименные махи ногами. Правая нога к левой руке, левая нога к правой руке. На раз мах левой ногой к правой руке. На два исходное положение. На три мах правой ногой к левой руке. На четыре исходное положение. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги прямые. Три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка. Руки за голову. Приседания. При выполнении упражнения локтями касаться колен. Выполняем на каждый счет. Упражнение. Начинай. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два,
Раз, два, раз, два, раз, два. Закончили. Исходное положение. Основная стойка. Руки на пояс. На раз упор присев. Два упор лежа. Три упор присев. Четыре прыжок с лобком вверх. Упражнение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ну а сейчас переходим к основной части. Предлагаем каждый элемент рассмотреть по отдельности. Итак, давайте рассмотрим следующие генетические комбинации. Положение ласточка. Из этого положения переходим на кувырок вперед. И из группировки выходим в стойку на лопатку. Плавно опускаемся и выполняем мост из положения лежа. Опустились. Ну и небольшим раскачиваем, выходим на гимнастическую стойку. С выпрыгиванием вверх, прогнувшись. Теперь я вам предлагаю рассмотреть ошибки при выполнении упражнения кувырок вперед. Неправильная основная стойка. Неправильный упор присев. Положение головы, рук. Отсутствие техники выполнения упражнения. Неправильный тирикат положением спины. Нет группировки. Давайте теперь рассмотрим ошибки при выполнении упражнения стойки на голове. Первое. Неправильное исходное положение. Второе. Неверная постановка ног и рук. Третье. Потеря равновесия и баланса тела при выполнении упражнения. Теперь рассмотрим ошибки при выполнении упражнения «Мост из положения лежа». Первое. Опора на голову. Второе. Нет устойчивости и баланса. Итак, обратите внимание на ошибки при выполнении упражнения «Ласточка». Сильный наклон тела вперед. Нет равновесия. После пройденного материала переходим к рефлексии. Ознакомьтесь внимательно с вопросами и ответьте на них. Урок для вас подготовили Жусупов Руслан Манарбекович, Истафеев Сергей Владимирович, Катынская Кристина Александровна, Ильина Евгения Александровна. Всем спасибо за внимание!